Сегодня рано утром сообщили об ужасной новости. Один из российских сайтов, один из первых, кто опубликовал эту новость у себя на странице. В этой новости говорится, что сегодня рано утром в страшную аварию на окраине Москвы попал российский артист, комик-шоумен Игорь Маменко. На данный момент он находится вместе со своим зятей в больнице в тяжелом состоянии. Мы выяснили все подробности этой трагедии. Как оказалось, Игорь Маменко со своим зятем направлялся на свою дачу. В какой-то момент на перекрестке его зять не справился с управлением, и машина вылетела с дороги. Они уже очнулись после того, как их забирала скорая помощь, и возле автомобиля было много людей, которые пытались автомобиль перевернуть с крыши на колеса. Сейчас она не находится в больнице под пристальным вниманием врачей. Пока больше никаких подробностей нету, друзья. Мы следим за этой трагедией. Как только что-то станет известно, мы сразу же об этом расскажем вам. Поэтому давайте в любом случае поддержим Игоря Маменко. Будем надеяться, что он выживет и с ним все будет хорошо. Давайте подпишемся на наш YouTube канал. Ведь только у нас каждое утро выходят самые интересные новости шоу-бизнеса. До скорой встречи, дорогие наши друзья, на нашем YouTube-канале.